Добрый день, уважаемые телезрители. Мы продолжаем наш эфир. С рыбалки. И вообще, я рыбак. Не видно? Мистер Лёва. Вы не мешайте, я тут... Корпорация? Да. В общем, мы находимся на озере. Как озеро называется? В общем, как? Еще раз скажите. Baker Lake. В общем, вот так называется озеро. И тут собрались самые Lake заядливые... Это не есть озеро, а название озера — это Baker. Все понятно. Собрались самые заядливые... Давай, лови, да, поехали. Рыбаки. Так что же, она же не ловит. Вот, в общем, тут на лодках ловят все. Самое заядлое собрались вот тут. Вон там. Так ты улов покажи наш. Артём. Ты улов покажи, с батарейкой. Ты улов покажи. Да шо улов? Улов. Главное вода. Ну что ты? А, зачем ты сюда приехал? Ладно, сейчас мы покажем вам улов. Колоссальный улов. Это форель. Вон еще там две. Они чисто на привязи. Ага. Они агрессивные просто. Они с другими не сживаются. Ты что? Ой, я потерял их. Давай тебе покажу еще раз. О, увидал? Ага. Эти чисто на привязи, они с другими просто не сживаются. Ага. Понятно. Ну, у меня есть очень интересный вопрос. Конечно, я думаю, я буду спрашивать всех рыбаков. Я сразу что скажу, вы чувствуете... если начнет клевать, я извиняюсь. Я сразу к удочке. Что вы чувствуете во время клева? Ваши эмоции какие? Вы уже ответили на мой вопрос. Клево. В принципе, я думаю, каждый рыбак, он чувствует себя просто самым счастливым человеком в этот момент. Он просто видит, как удочка дергается. Это жизнь. Это жизнь на конце. Все, спасибо. Это жизнь на конце, я хотел сказать, удочкой. Ты не договорил. Ты видишь, как она дергается. Тренер. Ну, конечно. Мистер. Она сопротивляется, она хочет жить, но вы знаете, что это еще не все, мое главное. Самое главное — ее вытащить. Ладно, все, спасибо. Так. Смотри, то рыбу спугнешь. Плавно передвигаемся. Опа, опа, клюет. Кого? Вроде клевал. Ну все, вытягивай, да поедем. Все, если... Режь арбуз. Если... Руслан, режь арбуз. Если клюет, засними. Ножик там лежит, там где сало, лук. Ну ты взял бы арбуз бы и порезал. Так, где-то там наша машина, на которой мы приехали, по-моему. Ну что, Лёва, возьми. Да, там это, да? Вот она, да. Ага. Да. Вот это она. Кто будет арбуз? Будут все. Что, за неделю не доели, да? Да ты что, мы его только вчера купили. Так, Артём, подарите свою американскую улыбку, пожалуйста. Ну, Артём, вот, другое дело. Я хочу тоже арбуз. Забыл первым дамам надо. Ну вот, чему вас там учат? Первым делом самолеты. Где? Руслан, я думаю, хватит. Это теперь... Да, я думаю, что... Я тебя уже тут засняла и в фас, и в профиль. Ага. Иван фас тоже захватила. Да, я думаю, довольно благодать. Ну, еще, думаю, Левочку засниму. Левочка. Ну, Леву. Леву не
не обязательно. Excuse me? Меня вообще почти не снимали. Ладно, еще раз. Еще раз, Руслан. Руслан, пару слов для папарацци. Очень вкусный арбуз. Мы как на снегу, помнишь, дорогая церковь. Все, спасибо. Вообще спасибо? А я не знаю, как выключать его, дело в чем. Держи. Остановимся на Леве, выключай.